Премьер-министр Японии Синдзо Абе прибыл с визитом на Гавайи. Вместе с президентом США Бараком Обамой он посетит Перл-Харбор и примет участие в траурной церемонии в память о жертвах японского удара по этой военно-морской базе США 75 лет назад. «Я намерен из Перл-Харбора направить сигнал, устремленный в будущее. Нельзя повторять трагедию войны», – подчеркнул Синдзо Абе перед началом визита. Посещение премьер-министром Японии Перл-Харбора – ответный визит, призванный окончательно примирить две страны, бывшие противниками во Второй мировой войне. В мае Барак Обама стал первым американским президентом, посетившим Хиросиму. Там Обама осудил ужасы войны, но не стал приносить извинения за ядерные бомбардировки. США считают, что они были обусловлены логикой войны и ускорили ее завершение.